Говорит бабушка в гиперпространстве. Простите, что не выходила на связь так долго. Уже несколько лет я пронзаю космическое пространство в поисках новых форм жизни. За это время 22 раза вступала в контакт с представителем других цивилизаций. Отправляю вам копии отчетов и фотографий. Кстати, купила себе 3 погонных метра темной материи. Думаю, сшить на досуге элегантный скафандр на день космонавтики. До связи!